Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня с некоторыми уже встречались утром на аналитике по основным валютным парам. Также, возможно, кого-то уже видел на семинаре по бинарным опционам. Сегодня третье занятие на сегодняшний день. И его мы посвятим разборам ситуации на фондовых индексах. Напоминаю, данные инструменты появились у нас относительно недавно. И, возможно, особенно если вы только первый раз подключаетесь к данной аналитике, возможно, что у вас будет меньше истории на графике, чем у меня. Дело в том, что я подгрузил внешнюю историю, потому что пока что у нас не настроили нужное количество данных. Это в ближайшем будущем, я думаю, наш IT-отдел достаточно быстро устранить, но для того, чтобы мы себя комфортно чувствовали, я на всякий случай вам вложил в раздаточный материал файлы с историей. Как подгружать? Можете открыть запись последней трансляции, которая была, если не ошибаюсь, или в пятницу, или в четверг, в пятницу, кажется. Вот. И там очень подробно как раз рассказывается на примере любой валютной пары, это все можно сделать. Как в дальнейшем будет проходить? Сначала рассматриваем общие перспективы и потом постепенно, я думаю, как раз в течение всего следующего месяца мы уже наладим механизм расчета полностью, потому что время расчету уделяется достаточно много времени, но постепенно мы с вами все пересчитать успеем. То есть тут у нас уже в прошлый раз мы с вами вместе посчитали и успели нанести на график расчет по времени, по прерывному времени на Nikkei 225, на индексы японском. Поэтому предлагаю сегодня взять и сделать то же самое, только с ценой. С ценой расчет иногда бывает сложнее. По нему чаще всего задают вопросы, потому что многие из тех, кто меня давно знает, любимый угол времени умеют находить легко, без проблем, а любимый угол цены обычно начинаются какие-то проблемы именно с определением инкремента изменения цены. Вот, наверное, сегодняшнее занятие отчасти посвятим именно этому моменту. Посмотрим, какие сигналы за прошлое время отработались. Интересно, кто какие сделки открывал, потому что я уже в предыдущих наших встречах видел, что фиксируют прибыль. Это уже очень приятно слышать. Я надеюсь, в дальнейшем так и будет происходить постоянно. Ну а мы в основном сегодня будем рассматривать именно японцев и немцев, потому что по ним в первую очередь у нас есть расчеты, потому что у них наиболее явно выделяется трендовое движение. Ну вот пока из вводной части все. Для новичков еще раз скажу, что расчеты будут использоваться не совсем стандартные, возможно, некоторое будет для вас в новинку, но буквально, думаю, недельку-другую походите на аналитику и привыкнете достаточно быстро. Те, кто давно ходят, я думаю, этот момент подтвердят. Плюс ко всему, ничего запоминать, фиксировать, записывать там не нужно. У вас вот здесь появится аналитика от Ершова, часть вторая, с припиской «Индексы». И как только вы к себе загрузите раздаточный материал, у вас абсолютно все, что мы сегодня обсуждаем, появится в списке профилей. Как только нужно будет вернуться к своим стандартным настройкам, нажмете дефолт настройки по умолчанию, и все будет опять так же по-старому. Вот, я сейчас с экрана исчезаю, проверяю, как там у нас дела в чате, все ли меня нормально видят и слышат, и начинаем беседу. Напоминаю, если кто-то хочет высказаться насчет своего мнения по тому или иному инструменту, пишите в чат. Я всегда очень рад слышать альтернативные варианты, чтобы у нас была беседа, а не монолог с моей стороны, потому что чем больше будет высказываться ваших мнений, тем больше будет обратная связь, потому что я, к сожалению, вас не вижу, свою аудиторию, да, поэтому могу оценивать вашу реакцию только по чату. Если кто-то забыл зарегистрироваться или забыл авторизоваться, то не может писать в чат сообщения, поэтому не забываем входить в личный кабинет и потом уже переходить оттуда в данное мероприятие. Тогда вы сможете беседовать не только со мной, но и с другими участниками нашей сегодняшней встречи. Ну, вначале, как всегда, пробежимся по общим направлениям. Редко как-то ситуация меняется в течение
там 1-2 дней, но, как правило, это всегда полезно смотреть. То есть у S&P 500 по-прежнему в глобальном смысле, который измеряется месяцами, сохраняется трендовая настроенность движения. Она вот только-только сейчас, последние несколько дней, начинает приходить в себя после вот этих всех свистоплясок, то, что здесь были в конце 15-го и на протяжении всего 16-го года. Вот. Расчет мы будем делать с вами в дальнейшем, я так понимаю, либо от февраля 16-го года, либо от июня 16-го года для новой модели, если ничего нового не подвернется на более маленьких таймфреймах. Напоминаю, для тех, кто ходит на другие мои семинары и, возможно, подумал, что я буду использовать скользящие средние для входа в рынок. Нет, они здесь используются исключительно как динамический уровень поддержки и сопротивления, и мне интересен только факт, располагаются они по спектру или не располагаются. То есть они должны идти вот так: красный, оранжевый, желтый, зеленый, ярко-синий, синий, фиолетовый или наоборот. В этом случае есть ярко выраженное трендовое движение без каких-либо поправок. И периодические откаты очень часто останавливаются на одной из них. И, как правило, отсчет от этих точек наиболее интересен, когда начинаем считать любимые углы на более маленьких таймфреймах. Все. Никаких входов, никаких выходов из рынка, никаких сигналов они больше не дают. Это просто маленькая подсказка, которая позволяет более ярко видеть наличие тренда и типа направленности тренда. Потому что восходящие бывают разных видов, падающие бывают разных видов, и флеты тоже бывают разных видов, и боковики тоже. Поэтому, чтобы не заморачиваться, я очень часто пользуюсь вот этим способом именно в очень долгосрочной перспективе. Это называется радуга или rainbow, да, как на Западе говорят, методика. И больше никаких целей она в себе ни в коем образом не несет. Так, ну вот я вижу уже в чате плюсики пошли. Так, ну вот уже много знакомых имен вижу. Прекрасно, значит, как раз старая гвардия постепенно подтягивается. Нас значительно меньше, чем утром, но мне уже народ говорил, что вечернее время не очень удачно. Я как раз сегодня буду разговаривать на тему расписания, постараюсь засунуть его немножко повыше в расписании, именно чтобы более ранние лекции были. Насколько удачно получилось или не получилось, скажу завтра в 9:15 на общей аналитике. Так, Роман пишет: вопрос не по теме. С каких счетов открывается торговля по данным индексам? Наверное, имеется в виду, для каких счетов допустима торговля на индексах. Значит, ECN и ECN Pro. Если у вас стандарт счет или нано счет, то, соответственно, это будет невозможно использовать. Но раз уж вопрос зашел, давайте покажу на всякий случай, если этот момент пропустили, то давайте сразу исключим недопонимание между нами. Заходите в Forex, металлы и CFD, торговые условия. Здесь есть типы счетов, которые предлагаются для наших клиентов. То есть вам подойдет вот любой из вот этих. Ну, обычно всегда берут вот либо ECN, либо Pro ECN. Здесь у них разница не такая уж и большая, оба имеют тип Market Execution, фактически одинаковый набор инструментов, немножко различия там между спредами и комиссиями. Поэтому тонкости можете посмотреть здесь самостоятельно. Если вдруг по какой-то причине на этой страничке еще не бывали, Роман вот персонально, сейчас у меня чуть комп подвис, персонально вам небольшая вот ссылочка, сейчас на всякий случай ее себе сохраните, а потом после семинара по ней пройдете, как раз посмотрите то, что вас интересует. Следующие высокие технологии. Мы с вами говорили, что несмотря на то, что трендовая составляющая очень явно выражена, и в принципе следующий, наверное, после японки будем считать именно рост именно этого инструмента. В ближайшем будущем мы наверняка увидим с вами еще один хороший сильный спад назад.
Ну, далеко как бы ходить не надо, и сильно шибко умным быть не нужно для того, чтобы подобным выводом воспользоваться, потому что у нас не так уж далеко по времени от нас отстоит Новый год, да? Новый год — это выплата дивидендов, а выплата дивидендов — это всегда уменьшение капитализации компании, поэтому я думаю, ни для кого секретом в принципе не будет. Вот посмотрите, декабрь 2015 года, обычно это вторая половина декабря, первая половина января подобное начинается. Но вот это веселье началось как раз 30-12, да, и полетело потом вниз. Это не потому, что там крах компании, все, караул, сейчас дефолт мировой и так далее. Это просто немножко уменьшилась стоимость акций тех компаний, которые выплатили держателям акций часть своей прибыли, поэтому, естественно, и сами акции немножко подешевели. Это вполне естественный процесс, поэтому многие те трейдеры, которые торгуют на индексах, они обычно в промежуток между примерно 15 декабря и 15 января, они либо работают только поскальпировать и убежать, либо не торгуют вообще. Особенно среднесрочники и долгосрочники, они это практически полностью исключают. Ну, я думаю, через один Новый год мы с вами какой-нибудь перейдем, вот ближайший, да, с 16 на 17. Вы этот пример запомните на будущее. Ну, кто захочет, полистайте дальше. Практически всегда хотя бы небольшой скачок есть, при условии, что компании решают дивиденды выплачивать. Потому что иногда бывают случаи, когда их и не выплачивают, если доход крайне маленький. Так что пока клинышек у нас уже вырисовывается, и вполне возможно, что падение мы с вами увидим. Так, навскидку, совсем маленький по точности прогноз, это он может упасть до значения 4635, от того значения, от которого будет падать. Но это еще мы с вами не один десяток раз успеем рассмотреть. Никея, японцы. Здесь в ближайшем будущем наверняка мы с вами увидим рост, но здесь четкой трендовой составляющей, к сожалению, мы увидеть пока что не можем. Именно за короткий промежуток времени, который вот длится с января месяца, для дневного графика это не так уж и много. То есть весь 16 год он так вот простоял на месте, но там и японка не особо сильно дергалась, в принципе, тоже. Сейчас в ближайшем будущем, я думаю, будут достаточно сильные изменения на Никее. Мы сегодня утром на аналитике уже частично этот вопрос с вами разбирали. Почему? Потому что у Японии уже начинают закрываться некоторые предприятия. Я вот сегодня, когда собирался на работу, если не ошибаюсь, производство на предприятии Sharp, или как-то аналогично оно называется, созвучно, может быть, с названием чуть-чуть приврал, вот, закрывает два предприятия на территории страны из-за того, что слишком дорогая иена, и это, в принципе, наверное, не последний подобный пример. Поэтому наверняка японцы еще напомнят о себе, и мы с вами интервенции еще увидим. Так, дальше. Александр задает вопрос. Алексей, как делать расчет по любимому углу с учетом сессии, если менялись торговые условия? Например, на Nikkei 225 была 1-23 5 октября 2016 от 1 до 22, а 6 с 2 до 22. Но в случае, если единичные дни попадаются такие, когда погрешность составляет всего лишь в одну свечу, да, то с одного часа начинается, то с двух часов, то выбираем тот, который является более маленьким, то есть один. И напоминаю вам, что погрешность у нас в расчетах составляет две свечи в обе стороны. Поэтому если вот этот вот интервал укладывается в рамках нашей погрешности, то мы можем не обращать на него внимания. Потому что если мы все равно считаем с погрешностью в две свечи, то что считать с одного, что с двух, будет практически одним и тем же. Важно, чтобы мы случайно не исключили потенциальные точки расчета, мы должны выбирать не с 2 до 22, а с часу до 23. Как раз что с левого края, что с правого края, мы полностью захватываем нужный диапазон. Так что это просто маленькие уточнения, как частный случай. Ну, на самом деле очень хороший вопрос.
Я смотрю, что немногие на этот момент обратили внимание. Дальше. DXY только начинает расти, для него мы как раз недавно с вами расчет сделали. Ну, какие-либо выводы начнем делать только уже сейчас, когда перейдем к квадратам, если таковые есть. На S&P 500 по-прежнему продолжается движение внутри канала. Так, вижу, Александр пишет. Так, понял, прекрасно. Если будут какие-то заморочки с расчетами, если что-то будете недопонимать, можете сделать расчет для какого-нибудь индекса, например, и потом прислать мне, потом как раз обсудим при желании. Ну, здесь был сигнал наверх, осциллятор сказал нельзя. Был сигнал вниз, осциллятор сказал снова нельзя. Был третий сигнал вниз, осциллятор дал дивер. Снова нельзя, да? То есть, как будто бы смотрим на австралийский доллар, да, за последние 3 недели. Никаких сигналов на вход в рынок, к сожалению, не получаем. Ну, такое тоже бывает. На индексах вся прелесть в том, что даже если мы долго не входим в рынок, после того, как начинается ярко выраженное трендовое движение, с него за одно движение можно забрать больше, чем за месяц на валютах. Поэтому пока что все равно сидим, ждем. И вот этот рост тоже, к сожалению, пока что входить нельзя. Если кто-то успел впрыгнуть, то обязательно поставьте в безубыток на 2143, потому что может вернуться назад. Здесь некоторая нестабильность есть. Так, высокие технологии. Тут получается все попроще. То есть пробил он наверх еще до того, как осциллятор запретил, так что вот это вот движение наверх спокойно можно было забрать. Если у нас такие есть, то я бы очень хотел это в чате сейчас увидеть. Продлеваем канал дальше, так как пока что других расчетов еще здесь нет. И ждем, как он зайдет в верхнюю или в нижнюю зону. Здесь, кстати, взял даже второй раз. То есть вот он второй раз вернулся, вот белая свечка закрылась внутри зоны, следующий же вышел. Если есть скальперы, то наверняка этот момент подхватили, осциллятор тоже был не против. То есть две подряд сделки на выход из нижней зоны условного касания наверх были, и причем по достаточно неплохому расстоянию. Поэтому, если есть кто торговал на индексе высокотехнологичных предприятий, жду сообщений чате. Теперь самое интересное на сегодня, это в краткосрочной перспективе у нас есть оценка по вееру, и мы с вами делали разметку, да, о том, что возможно, что цена ударит еще раз наверх, да, вот она это сделала фактически уже вечером 19 числа, пробила наверх, немножко потрепало нервы вот здесь, причем не было никаких запретов, как вы видите, да, и идеальный выстрел наверх, причем было даже несколько сигналов о том, что пора уходить. Те, кто дольше посидели, ушли по диверу, да, я так понимаю, те, кто осторожные, ушли еще вот здесь вот, когда осциллятор сказал, что пора уходить. То есть 190 пипсов вполне неплохое расстояние. А наше дело просто переставить теперь углы и делать абсолютно все то же самое, ничего не меняя. Но последнее время он сигналами вполне радовал. Также мы с вами обратили внимание на то, как он начал расти, с какого момента именно, да? То есть вот она первая вибрация, относительно которой было рассчитано время. И, как видим, время достаточно часто было синхронным. И вот это вот последнее 24 число в 6 часов утра с погрешностью получается там вот, вот в две самых те свечи мы тоже минимум определили точно достаточно на большом расстоянии от начала колебаний. Так что расчет по времени сделан верно. И, насколько я помню, мне терпения хватило до конца 2016 года досчитать. Потом оставил
это дело. Теперь делаем что? Основная задача на сегодня была посчитать японку на квадрат цен, чтобы определить любимый угол. Ну, давайте посчитаем. Для начала предлагаю отталкиваться всегда, как я вам обычно в качестве небольшого совета давал. Если не можете определить инкремент сами, то проще всего брать доли от АТР. В этом случае вы ответ найдете гораздо быстрее, чем подбирая по несколько пунктов. Так, 25 28, все, он нам больше не нужен. Берем либо его, либо пополам. Так, начальная цена 14 983. Давайте вместе. Расчет должен быть по ценам, потому у меня отдельная считалка под него есть. Это вот то, что мы в прошлый раз с вами считали. Расчет должен делаться по ценам. $14,593. Фигуры наложения нам не нужны. Маркер возвращаем на место. Так, дальше. Так, я уже забыл значение, пока рисовал. То есть берем либо его, либо в два раза меньше. Так, в результате у нас вот сейчас порядок цифр, на которые мы должны выйти, чтобы определить, что мы в правильном масштабе, где-то в район 17 тысяч. Расстояние небольшое, так что можем взять для более подробных расчетов даже более маленький. Ну-ка, сейчас возьму. Так, и можно даже еще в два раза меньше. Квадрат позволяет. Все, думаю, этого будет достаточно. И не очень много, и не очень мало. То есть мы спустились с более больших колебаний на более маленькие. Если сейчас расстояния будут слишком большие, мы можем опять уменьшить до 3.15. Да, даже можно времени сейчас я чуть-чуть добавлю. Давайте 3.15 поставим. По времени считали подробно, не будем лениться. А здесь тоже поставим подробно. Все. Вот теперь точно хватит. Так, теперь первая точка уже обозначена. Вторая точка. Калькулятор нам уже тоже не нужен. Точка номер 2, 15 514. 15 000. Вот здесь.
Так, изменяем начало координат. На необходимое нам. Есть. Так, теперь точка номер 3. 15049. Есть. Уже начинает вырисовываться очертания фигуры наложения. Так, и следовательно, четвертая точка, мы ее еще не нарисовали, это 15870. Так, а теперь остается только проверить, есть, ну тут уже фактически понятно. Так, только тут я чуть-чуть промахнулся, не по центру. Так, теперь, ну чисто для галочки, чтобы показать новичкам, кто сам еще не считал, если мы выберем треугольник, то он ничего не пересечет, да? Берем квадрат, вот похоже он и будет ответом. Увеличиваем частоту. Вот он, да, ответ сразу. Теперь начинаем рисовать необходимые нам ячейки. Минуточку. Так, обозначили все предыдущие моменты тоже, на всякий случай, чтобы потом проверить на истории, насколько точно наши расчеты получились. И, наверное, на всякий случай продлим еще на парочку ячеек. Сейчас приблизим, посмотрим, какие цифры получились. То есть любимый угол уже найден. Любимый угол — это 180 градусов. Все. Остается теперь нанести на график. Я теперь только перенесу на другие, на другой монитор, чтобы мне удобно было перерисовывать. Ну, для начала нам будет интересно наносить только те, которые выше, чем 15870. Если нужно будет еще, мы дорисуем в отдельности, так как времени у нас не так много. Поэтому начинать будем вот только вот отсюда и выше. Вот эти. Так, начинаем. То есть они должны быть желтые, то есть расчетные, чтобы не перепутать, да, и они должны быть сплошные. Так, начинаем. 16136,5. Половину куда-то делим. Даже не рисует. Ну ладно. 16136. Делаем точность поменьше.
Так, следующее. 16 429. Следующее 16 744.17 087. Так, ну достаточно часто останавливался вблизи значений. Одно значение потеряли. Вот так. Дальше 17 453. Это куда он сейчас стремится? Дальше идет 17 847. Дальше 18 266. Восемнадцать тысяч семьсот семь. Девятнадцать тысяч 176. Девятнадцать тысяч 668. 20 187 и 20 729. Это уже про запас. Сейчас он нам, конечно, не нужен, такой далекий уровень, но потом, чтобы по 10 раз не считать, вот, я думаю, этого будет достаточно. Так, ну вот, собственно говоря, теперь вся расчетка у нас есть. Теперь на всякий случай давайте в масштабе еще раз покажу весь расчет, как выглядит. То есть вот первая точка, вторая точка, третья точка, четвертая точка. Вот относительно нее мы с вами нанесли вот только вот эти вот уровни. Потом я сам уже самостоятельно нанесу те, которые были раньше, для того, чтобы посмотреть, как она на истории отрабатывалась. Но я думаю, уже и так достаточно хорошо видно, как часто он останавливался вблизи этих значений, да, поэтому, я думаю, сомнений быть не должно. Поэтому наши дальнейшие рассуждения, исходя из того, что вот только что мы получили в качестве вспомогательной информации, продолжается рост. У нас есть долгосрочная модель и краткосрочная модель, да. И в том и в другом случае у нас есть цель на дальнейший рост Никеи 225. И ближайшая цель, только что получена, это 17 453. Но только учтите, что он это может сделать не за один импульс, а за два. То есть один раз дернуться наверх, если не получится, с двойным дивером отойдет к 1.1. Либо если не к 1.1, то к 17 087. А потом оттуда уже резким рывком пойдет к основной цели 17 453. Так что тем, кто торгует в средний срок, быть особенно внимательными, потому что, возможно, будет более выгодный вариант для входа, аналогичный вот этому, да, когда цена отошла назад и только потом рванула наверх. Вот здесь может быть то же самое. Маленький-маленький рост, резкое падение и потом обратно к нужной цене. Поэтому вот на этот момент обратите особенное внимание. Так, и DAX.
По DAX расчет у нас уже весь есть. Сейчас цена, если пользоваться еще старой терминологией, находится в зоне условного касания. Поэтому, кому лень ее караулить, можно поставить отложенники, то есть buy stop 10837, sell stop 10726,5. Выйдет наверх, берем наверх, выйдет вниз, берем вниз. Самое главное, не забываем про основные цели. Обратите внимание, это тот редкий случай, когда цель по каналу зоны условного касания идеально совпадает с целью по расчету по квадрату. 11061,5. Ближайшее расчетное время 25.10. То есть мы, если будем видеть у немцев рост, то это будет выглядеть, скорее всего, вот так. И потом будет откат еще раз назад. Будет более короткое движение. То есть может быть какая-нибудь конструкция из трех вибраций, да, и снова потом наверх. Ну, угадывать не будем. В любом случае, если он сейчас сходит наверх, взять сколько там, 2206 пипсов, вполне неплохо. Так что сегодня максимальное внимание японке и немцу. Это будут самые наиболее выгодные сделки. Вот, а я сейчас сохраню поправки в раздаточном материале, которые сейчас уже внесены, и дам вам ссылку для скачивания, и вы уже сможете пользоваться полноценными расчетами и для Никеи, и для DAX 30. А мне нужно буквально несколько минут для этого. Если остались какие-то вопросы или предложения и так далее, то пишите в чат. Насчет того, чтобы передвинуть время на более раннее, я помню просьбу, я сегодня обязательно этот вопрос задам, когда буду с руководством общаться. Так, все есть, почти готово. Все, держите ссылку, копируйте ее из чата, вставляйте в браузер, и можно будет уже пользоваться. Я сейчас сам проверю, как она у меня работает. Да, у меня все тоже открылось. Все, на сегодня по индексам у меня все. С новичками мы еще сегодня встретимся в 16 часов на базовом курсе. Все, кто хочет познакомиться с финансовыми рынками, узнать основные термины, правила, понятия, основы расчетов, которые необходимо знать для того, чтобы торговать и понимать, откуда приходит прибыль и так далее, все начнем разбирать сегодня в 16 часов. Всем остальным удачи, попутного тренда. Встретимся на других семинарах. Надеюсь услышать на следующих семинарах побольше сообщений о том, что собрали профитов. До свидания.